Всем привет на моем стриме очередном по Боше. Вот уже в восьмой раз я пытаюсь убить Салгрина. Ну, в целом для 11 уровня это уже 9-й стрим, но первый стрим там еще был сам уровень. Да, и по звукам уже понятно, что это. Ну, просто у меня же тут сейф сразу с босса. Ну, то есть не с телепортационной, а сразу с босса. Поэтому пришлось немножечко одну смерть потратить, одну жизнь. Привет, Дуги Бастие, привет, Just Up Server. Just Up Server, что-то у тебя на стриме последнем была какая-то жесть. Я так и не понял, то есть, я понял вот такое последовательность событий. Вначале у тебя бомбануло, ну, где-то в середине стрима так, да, потом ты на упорстве просто, ну, добивал этого Мегамена, убил его, стоял просто, никаких эмоций, тишина. И все, и стрим заканчивается, никаких комментов. Это что, я думал, может, электричество выключили? Или что? Комменты не нужны. Так, ну сейчас надо разогреться вначале. Ну то есть ты все-таки сохранился, да? Ничего себе разогрелся. Пока, привет. Несколько раз и попал в его этот щит. Что там за ссылка? Эх? Так, затралит, не затралит? Затралил. Ну норм. Поздравляю. Не, надо его убивать до этой фигни. Ну, на этом-то уровне ты по-любому застрянешь, да, или нет? Ну, там же хороший дизайн уровня. В смысле? Да, так это же не очень ровно, Доги Бастие убивал еще, когда этот хаос выпрыгивает. А у меня так не получается. Ну блин, ну мне этого достаточно. Мне достаточно этого урона. Да, это последний босс. Привет, Наквербир.
Мне достаточно, что он умрет до вот этой своей последней фазы. И все, мне не нужен какой-то гиперурон. К тому же что-то у меня рука болит, фиг его знает. Почему? Уже долго сижу на этом боссе, 2800 смертей. Офигеть. По-моему, самый долгий уже босс для меня. Я на Сонике меньше сидел. На Сонике у меня, по-моему, около 2000, по-моему, да, вроде бы, что-то я не помню точно. Значит, для меня это самый сложный босс в игре. А это этот, покемон, Гастри. Он раз в несколько секунд пускает пульку дополнительную. Ну, немножко это помогает, бывает. Там, где можно спамить босса хорошо. Не, хлопьев вообще не ел. Думаешь, из-за этого не могу пройти? О, не заспамлю. Пофиг. Ну да, ну хорошо. Поэтому я и включил. Ну это как бы это не чит, ничего такого, это официально в игре дается. С натяжкой можно сказать, что это секретка, но она такая очевидная, что ну как бы вряд ли кто-то ее не найдет, даже если не подсказывать. Ну, конечно, и шанс всегда есть, но не такой уж большой. Блин, надо было спрыгивать сразу. Вот когда я перепрыгиваю эту волну, надо сразу спрыгивать. Запомним. Не заспамлю. На, заметь, что именно для этого стрима начало положено. Ну, потому что я же доходил до туда и так. Не, вряд ли сегодня пройду. Ну только если как-то дико-дико на рандом, блин, ну вряд ли. Ну да, ты же говорил, пока не нафидишь, не поймешь. Ну так и есть. Да блин. Золотые слова. Понятно. Ну, может, телепорты выживут.
Хотя, блин, я снес 21. Как я так снес много в той фазе? Я же вроде не сносил там столько никогда. Да не, сейчас затравит, как обычно. Неужто повезет? Лол. А, они быстрые слишком, я не успеваю. Ну не то, что не успеваю, я неправильно думаю. Я думал, что они успеют пролететь, я приземлюсь и прыгну вправо. А она так быстро вылетела, что я ничего не успел сообразить. Да-да-да. Не, ну вот шанс пройти вторую стадию у меня появился только после того, как я стал уже не напрягаться на первой стадии. То есть, ну, либо заспамливаю, либо вот это вот, ну, как бы, ну, могу выжить, могу нет. Ну, вот вряд ли, да. Но, как бы, в целом, довольно часто дохожу до второй стадии, поэтому уже реальный шанс появился пройти вторую. Ну, хотя бы есть, поучиться шанс ее проходить. Да что я спамить-то перестал? Жареная тушенка. Ой, тушенка. Ну, короче, вы поняли. Ну да, тушенка. Овсянка. Какая разница? Главное, что жареная. Сколько надо, что раз ему в этот щит попасть? Непонятно. Походу столько, сколько их на экране. А, чем дольше пролетает, то есть даже не поштучно. Вон оно как. Я думал именно по количеству попадающих. Да, так это даже по идее лучше. Чаще всего они именно наискосок попадают, то есть максимальный урон наносят. Ну или близкий к максимальному. О! Как я вышел? Странно. Ну ладно. Да мало что-то наношу, пипец. Ну куда 37? Ну, пипец. Один? Блин.
Что это было? Все равно там три было. Не, что-то спам рука устала. Ну, как бы она изначально не то что устала, она что-то болит. Ты не знаю, то ли растянул где-то, то ли что-то непонятно. Ну ладно, попробую телепорты выжить. В принципе, если каждый раз телепорты выживать, то как бы спам тут вообще особо не нужен, я так понял. Ну, на второй стадии там не нужен же вроде. Привет, Санкл. А другими нет смысла. Ну а кем? Рю, что ли? Да это же неудобно. И смысла нету, то есть я и так в него попадаю, зачем? Ну и смысла, я 7 оставил, куда столько много-то? Ну это, ну не знаю, ты себе сам сложности создал. А зачем мне такие сложности? Я не хочу себе ставить челленджи, типа пройти за Рю. Я хочу просто пройти больше. Ну я не знал, как там размикрить, я уже сразу понял, что я там ничего не смогу сделать. Ну, понятно, что проще за маленького персонажа, чем за большого, потому что у него текстурка более подходит к хитбоксу. Это вроде очевидность. Я не знаю, почему тебе за Рю проще. Это нелогично немножко. Не, ну я понимаю, там Соник, да, может быть проще отчасти за Рю, потому что у него, его хадукины попадают хорошо. А здесь-то какая разница? Ой, что это было? Соскользнул. Не, что-то в спам не могу вообще. Жесть. Не знаю, что делать с Сидни. А, в смысле, ну, а какая разница? Ну, то есть, чем тут Рю может быть, ну, проще? Смотри, первую стадию я и так заспамливаю. На второй стадии разницы нету. Ну, то есть, наоборот, даже хуже за Рю, потому что тебе, ну, как бы, сложнее уклоняться от этих шариков. Ну, хорошо, допустим, если ты...
идеально привык к хитбоксу Рю, ну, значит, тебе как минимум просто не сложнее, а так же, как и за босса. Ну, вот. Что там дальше, я не знаю, ну, когда дойду, тогда уже будут комментарии по этому поводу. Ну, какие там дальше, что там, как его убивать там. Тролло-ло. Что-то много текста, надеюсь, там спойлеров нету. Потому что я не хочу знать, чем там Рю лучше в следующих моментах при убийстве этого босса. А. Про третью форму читать не стал. А про первую. Ну, как видишь, у меня получается первую. Ну просто ты же там якобы 250 смертей на всего босса потратил, да? А мне только, наверное, смертей 400, наверное, где-то понадобилось, чтобы его удачно заспамить. Ну вот. До этих телепортов дурацких. Меня это не смущает, по-моему, нормально вполне. Так, в принципе, все примерно проходят. Нами по смертям. Ну, впервые играю. Нормальные люди. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, но как бы... Все равно. Не, ну какие-то там всякие корейцы, как бы не в счет, просто, ну. Корейцы, а не корейцы. Хотя и то, я не знаю ни одного случая. Ну не знаю, не иначе, что их нету. Опять стена текста. Давай уже без затраивания, ну. Солгринчик, давай. Ну давай, все, последнее вот это.
Блин, ну нафиг я чат читал. Нормальный? И убил Солгрина за 250 смертей при первом прохождении? Ну, как бы, либо ненормальный, либо... Ну, всё-таки ты не убил его за 250 смертей. Одно из двух. А, блин, нижний активировался. Что-то я не заметил. Нет, ну, ты неправильно воспринимаешь слова. Ну, если ненормально, то не значит, что там псих или что-то. Ненормально, значит, что, ну, отличное от нормального. Ну, логично же, да? То есть, например, и какой-нибудь там... Тот же этот Mexican Runner, да, он тоже ненормальный, потому что он очень скилловый. Это ненормально. Потому что нормально — это то, что большинство. Это нормально. То есть, ну, вот в этом смысле. Тащить рано еще, очень рано тащить. Но волны надо протащить, желательно сегодня. Хотя бы разок. Да блин, ну... А, у меня 24 тысячи смертей. Ух. Скоро Гитмана догоню. Сто 14? Я 117 оставлял, самое маленькое. Ну, я так просто, пока ты там три... Этот, ну, пробовал убивать? Я попробовал на рейпе просто, ну, пару раз там. Ну, как пару раз? Ну, пару десятков раз, наверное. 117 — это самое лучшее, что получалось. Сто 13 без всего. О, ну понты пошли. Да блин, ну что я делаю? Рук.
Зачем вообще в Бошу руки? Тут только клешня нужна. Что-то подлаг какой-то был, это мне не нравится. Но сейчас-то было пофигу, а в другой момент может быть и не пофигу. Ух ты ж, почти затралил. Привет, лагбот. Ну лапки там, да, но не знаю, лучше ли это замена. Ага, а я думал, сейчас затравит эта штука. Почему не запрыгнул на платформу? Ноги, ноги пусти. Как овсянка так орать может, что ж сотрясается все. А, зря я прыгнул. Лол, you died. Двадцать семь, ну это только из телепорта пережить. Ну, сами ты кнопку вряд ли нажмешь, конечно. Разве что если Kinect использовать. А там не нужно, там у него, видишь, зеленый щит. Его нужно скинуть вот этими шариками, которые летят. Если я буду стрелять этот щит, то это ему не нанесет урона, зато он будет отплевываться пульками. Ну, с этими зелеными. А, ну мне сказали, что нет смысла. Ну не знаю, ну как бы. То есть, типа, я и так потом это снесу вроде или что-то типа того, фиг его знает. В смысле? Да знаю я это сразу сделал, как только дошел до этой фазы. Но мне сказали, что нет в этом смысла. А, не хочу эти телепорты переживать.
Если бы я уже убивал Сулгрина, то стоял бы я сейчас тут, что ли? У меня вообще такая забавная ситуация получилась. Я уже довольно неплохо затренил первые 6 уровней. Боже, но по сути я игру еще ни разу не прошел. Называется тренинг спидран, не пройдя ни разу игру. Логично. Блин. Да что ж такое? Что за лаг был? А зачем я так близко подпрыгнул? Да хоть до половины и дропает. Не, ну я как бы просто это... Я же только треню те уровни, до которых дошел Фабино. Ну я как бы, да... Когда он еще был на первом уровне, я сказал то, что я буду каждый раз, когда он стримит, доходить в боссе сначала до момента, на котором он. Ну и вот он даже дошел до 6 мира, и я теперь каждый раз дохожу сначала до 7, соответственно, мира. Ну то есть 6 прохожу. Когда он дойдет до 7 мира, буду сначала доходить до 8, значит. Ну то есть 7 целиком проходить. Но только это будет уже сложнее намного с каждым разом, потому что там Мегамена убивать каждый раз. Ну он-то как бы не сложный Мегамен, ну на тот проверяешь-то. Но все равно как бы мозг этот немножко парит. Запаузенный момент, да-да, ну блин. Да он там на самом деле не особо-то сложный, просто я тогда там тупил. Если бы я знал тогда, что тут есть нормальная пауза, ну типа... Подожди, еще. Вот, типа вот, пауза же есть. Ага, причем он тут отраженный, Сулгрин, когда он слева. Я не знал об этом. Четыре осталось. Ну, это и есть. Просто вам окошко не видно это. А я тогда на 7 мире, там, ну, где момент с двумя шипами, ну, вот уже в МГСе, ну, которые там, ну, два шипа стоят, прям, и нужно пропрыгать. Вот, а я, мне позвонили на телефон, я как раз таки, по-моему, там, чуть ли не в первый раз пропрыгивал эти два шипа, но сейва там еще не было,
И мне позвонили, я нажал на escape, ну типа на паузу. Ну и потом вы понимаете, что произошло. Причем самое обидное было, что мне же там ничего не угрожало даже. То есть я мог бы просто ничего не нажимать. Ну как бы как-то машинально это вышло. Да, горение произошло. Да не, это не психанул, ну просто обидно было. Ну заново пришел. Лол, что за днище? Ну, плохая попытка. Блин, 33 это многовато. Да не, ну много 33, надо хотя бы 31. Куда? Ну почему 23 остается? Тридцать четыре? Ага, по-любому. Ну вот. Идеально. Хорош. Я вправо не попадаю. Плюс я в спам что-то не могу. Ну вот, ничего себе, 26 оставил, такого не было. И как я мог так залажать? А.
Ну, Гитман же дропнул. Значит, да. Да куда? 34. Ерунда какая-то. Ну вот. Угу. Тайминг сбился. Если ты больше прошел, потом прошел его на харде, то дропать на рейпе уже нелогично. Особенно Гитмана. Гитман же это символ тренинга игр. Ну то есть именно вот сидит и тренит, а потом типа скилл. Блин, ну что-то у меня как-то руки-крюки сегодня. Почему несправедливо-то? Семь, ага. Чё за лаг? Да что такое, ну...
почему у меня перестало вообще получаться? Да ну. Ты вначале дойди до Мегамена на рейпе, а потом уже трень. Ну, точнее, пытайся. Да хорош. Что это за лаг сейчас был? По-любому. Блин, пока повезло. Второй раз такое не проканает. Надо же, тралинг не удался. А почему я не запрыгнул на эту платформу-то? Вроде же двойной прыжок сделал. Странная какая-то физика тут. Ну, видели, что это сейчас за спам был? Я две пульки выпустил. Так-то лучше. Я не могу спамить, лол, ну все это надо удалять. Что это сейчас было? Оно не стреляется. И не прыгается.
Да ну. Двадцать потратил. Опять пролагнуло. Не, управление у меня нестандартное. Выстрел на X1 стандартно не такой, как ты написал. Стрельба на X стандартно, ходьба влево-вправо на стрелке стандартно, а вот прыжок на стрелку вверх. Ой, ну это же было легко не задеть. Что-то зацепил. Z выстрел, shift прыжок, это стандарт для многих айвон, но не для больше. Ну блин, я думал, она быстрее выстрелит, я успею отойти влево. Она тупила долго. А, у тебя родной язык английский, что ли, Сэнку? А как тогда у тебя может привычка сохраниться, в смысле? Откуда она вообще взялась?
Дурацкая привычка, засорил просто язык для себя русский. То есть ты на смешанном, получается, говоришь, это ужасно. Ну, то есть именно одно дело еще хотя бы употреблять всякие выражения, там, типа, изи-катка, там, да, ну, то есть изи это же английское слово. Ну, мне это тоже не нравится, но я сам иногда использую, ну, потому что в силу большого распространения и как-то, ну, да, тяжело тоже самому с этим бороться, даже для себя. Но просто еще английские слова говорить зачем? Ужасно смешивание языка с другим. Не, ну там-то это другой вопрос. Там ты просто цитировал фразу именно босса. Это совсем другое. Привет, Снап. Ну, как-то да. Не, ну понимаешь, Снап, мне нельзя больше дропать уже. Меня люди не поймут. Ну, Just Observer, он вообще-то уже дошел, как бы, до Солгрина. Ну, Снап скилловый. Он на Сонике потратил сколько там? 1000 где-то, да? Но при этом он утверждает то, что он днище в платформерах. Такая начальная стадия Санква у Снапа. Но все-таки это реалистично. То есть у него там сколько на пути? 11 тысяч, да, смертей до этого Солгрина дошел. Это реалистично. Это хорошо очень, но это реалистично. Ну вот, уровень плюс Соник 1607. Ну вот, ну то есть это очень неплохо.
Ну да, запоминаешь, значит, хорошо, быстрые атаки все боссов там и прочую механику. Ну, как бы это тоже вообще-то часть скилла. Ой, чё? Я думаю, Снап, тебе надо третью Камелию попробовать пройти. Ее можно за 3 часа пройти. Ну, спидранчик, по крайней мере, есть 3-часовой. Ну, мне кажется, ты потратишь где-то, ну, 7 часов. 10. А, быстро забываешь? Ну и там быстро научишься еще раз, какая разница. Что я делаю, лол? Хорош. Я стал тут сливаться. Да опять 33, но это... Да, это было глупо. Да ну что такое, ло? Почему я не могу запрыгнуть? Мне кажется, нужно отдохнуть. Второй раз уже тут сливаюсь. Огонь там. Огонь меня задел. Ну, он такой, там хитбокс у него кривой, но неважно. Ну, тут надо просто без остановки прыгать, и тогда неважно. Да не с середины игры, а с самого начала игры. Просто начало легкое, и там не так замечаешь.
Но у самого босса кривой хитбокс. А, он не меняется в течение игры. Блин, чуть не зафейлил. И как тогда там? Или просто на левом крае там получится. Сейчас еще раз посмотрим. Или на левом крае все-таки стоять и получится прыгать туда-сюда, или нет. Блин. А, да, в последний момент, по-моему, надо с третьей платформы прыгать на вторую обратно. Или нет, стой. И потом сразу прыгать налево, что ли? Что-то мне непонятно. Кстати, щит-то я неплохо снял, да? Или справа с края можно стоять, в принципе, вроде. Один, два, три, два, один, два, три. А, то есть... Но, блин, это очень быстро нужно делать. Не, начинать не сверху, точно. А, хотя, сейчас еще раз посмотрю. Не, начинать надо со второй, прыгать вниз, потом наверх. Блин. Короче, пока не нафидишь, не поймешь. А, ну да. Чё он не убился-то, ну? Ну да, потому что телепорты его эти дурацкие, ну это пофиг, уже 25 это. Ну ладно, попробуем. Ну... Но... 39, ага. Может, вообще не стреляет.
Один, я 19 потратил, ну, то есть 19, ну, точно можно с 19 заспамить. Лаги, лаги. Раньше же не было странно, да? Ну, это не прыгнул нормально. Два на прыжок случайно сделал вместо нормального одинарного второго, третьего, в смысле. Как я не заспамил еще? Ну умер-то ладно, бывает, но как я не заспамил-то? У него 15 было. Да, спам отказывает иногда, просто вот не нажимается палец и все. Провальная попытка. Ну, в плане за спама. 11? Че ж я вообще не попадал, что ли? Не, я думал, там останется 3 где-то. Ничего себе размикнул. Опять правильный прыжок сделал. Ладно, попробую выжить. Эк. Ну, это вряд ли.
куда 7? Ну почему 7 остается, Саш? Я понимаю, там 1, 2, ну 7. Да куда вот у меня спам начальный вообще никуда нету его. Две пульки выпускаю. Вот что это? Не, короче, не спамится он, все. Тридцать четыре, это очень много. И 33 много. Ну 19 можно попробовать потратить. Ну, не получилось. И 4 осталось. Я, то есть я потратил всего 15. Хотя другие попытки даже, по-моему, 20 снимал. Ну вот, 30 это нормально, но 22 это много. Да ну, не, ну... Не знаю, не особо-то легче. Как-то из-за хитбокса. Ну, в принципе, вообще без разницы, мне даже тяжелее. Не, заорю явно тяжелее этот босс. А 31, зря я выключил, вроде 31 был. Мне показалось 33. А там пульки долго летели просто. Ты не попал. Наконец-то. 3000 смертей на Солгрине уже. Да почему они... Они то медленно летят, то быстро, я не понимаю. Двадцать три, это много. Да что такое?
почему 6? Ну, как я только 13 потратил? Опять как и не заспамил, но я 15 только потратил. Тратил же, наверное, спокойно 19 раньше. Ну. Да что такое? Да как я один оставил ему? Это что такое? Уже 12 ему оставил. Все равно умирает на этой фазе с зелеными стрелочками. Ну наконец-то. Ты кто по столу стучит? Я по столу стучу, только не по столу, по клавиатуре. Ну просто рестарт нажал, рисковато. Вот почему не запрыгивает? Да что это? Реально что-то странное. Мне кажется, подключивает очень сильно в такие моменты босса. Я просто прям вот видел, я же знаю, что тут уже глючит, потому что не первый раз. Я прям смотрю, я нажал раз, два, он не запрыгнул. То есть он сделал второй прыжок, но какой-то очень маленький. Не мог я так ошибиться. Ну не знаю, вряд ли. Ну вот тут же нормально, вот, ну. Раз, два. Даже более так, ну, нечетко. Фиг его знает. Может быть, поставить кодирование попроще.
Ну, вот сейчас нормально абсолютно. Никакой проблемы, ничего себе, чуть не соскользнул с платформы. Да почему? Ну да, тут вот уже мой косяк, я просто случайно зацепился с эту платформу. Хотел на нижнюю. Знаешь, что больше всего же отражает людей обычно? Призыв быть спокойным. Так что рассматриваю это как тролльство. А, вот как я не запрыгнул. Привет, Задрос. Доходи. Ну, да все так же. Ну, эти волны не могу размикрить пока. Но уже есть тактика, вроде бы, но которую я еще не смог пока реализовать. Просто не дошел до туда. Привет, Скорпиус. Не бомби, ну. Да слаб, чего ты взял вообще? Что за бред? Ты 10, я уже 10 ему оставил до этой фазы. Процентов прот крутится, это не проблема компа, это проблема софта. Но новый комп хорошо. Удаляй. Пять оставил. Возможно, Задрос жесткий диск сыпется, допустим, и ну, попытка записать на жесткий диск какие-то простейшие данные операционной системы даже, да, может просто из-за этого простаивать в ожидании записи. Это только одна лишь такая первая причина, которая может прийти мне в голову. А на самом деле этих причин может быть, знаешь, сколько? Вот зато я не знаю ни одной причины какой-то, ну, железной, ни одной поломки, из-за которой бы процесс именно грузился. В смысле железной поломки я имею в виду самого проца там или материнки, а вот жесткий диск, например, запросто новый прям, да? Ну, в общем, не знаю, я очень сомневаюсь, что дело в процессоре, как, даже не то, что сомневаюсь, я практически уверен на 95%, что дело не в нем, потому что если проц, скажем, деградирует или перегорает, то как бы
Просто у тебя будут синие экраны, или просто не будет загружаться винда, или даже комп не будет включаться. Такие, да, симптомы возможны, но чтобы он именно загружен был, нет, такого я не знаю. Хотя сколько я с этими компами возился. При чем тут санкл программирование? А, ну 8 месяцев это для винта немного, но ты учитывая, что бывает еще и брак иногда. Ну, в принципе, да, так. Может быть. Который даже не сразу выявляется. Ну, не знаю, ну, конечно, да, вряд ли, но, ну, так, в принципе, может быть, если подумать. Может быть, еще что-то, ну, не знаю, я бы, например, конечно же, не бежал сразу за новым. Но так как ты говоришь, что все равно комп вроде старый и медленный, да, то как бы, ну, новый-то в любом случае не помешает, то тогда, в принципе, не вопрос. Ну, особенно если с деньгами не проблема, чтобы купить новый, то почему бы нет. Нет, Санкл, ты слишком обобщаешь, это, ну, пипец, ну, программирование это программирование, а тут просто железо и софт, ну, это вообще не связано никак. Ну, как бы, блин. Короче, не тот говоришь. А, ну старенький i3, ну конечно i3 это не, ну, не прям древность, да, ну если первого поколения, но не, ну вообще да, такой жалко, это не особо старый. Ну я бы, короче, не знаю, повозился бы перед тем, как на свалку его отправлять. Не может быть такого, чтобы просто там что-то. Ну блин, санкл программирование это когда ты пишешь код, да, в общем случае, и получается программа. Пусть это будет сайт или программа, или там что-то, какой-то скрипт, ну вот это все к программированию можно отнести. А просто там причина устранения каких-то неполадок, это при чем тут вообще программирование? А, видюха дешевая, ну. Ну, как бы, да, ну да, нормальный такой, в принципе, комп. Ну хотя i3, конечно, для стрима так, притык. Ну, видишь, для i1 вроде хватает, да, говоришь. Сейчас не знаю, так сложно сказать, ну. В принципе, если винду реально только поставил, вот прямо, да, вот установил чистую винду с нуля, да, все разделы снес. Просто с нуля поставил винду. И прям сразу же прод загружен на 100%. Ну, тогда, наверное, дело не в самой винде все-таки. Ну, потому что так не должно быть. А, и кстати, а жесткий диск-то загружен или нет? Именно загрузка жесткого диска сколько процентов? Ну так, именно когда ничего не делаешь. Ну короче, когда проц на 100 вот в эти моменты. Отдохну чуть-чуть сейчас. Да, вирусов это ерунда. Ну, по крайней мере, если ты переустановил винду с нуля, то это ерунда. Ты же когда винду переустанавливал, ты именно чистую установку выбрал, да? А не обновление. А у тебя Windows 7 или 8? В семерке там глубоко зарыто в мониторе ресурсов. В восьмерке просто диспетчер задач. Ну вот смотри, видишь, вот восьмерки вот такой загрузка диска просто.
семерка. Ну, в семерке там в диспетчере задач на вкладке, по-моему, производительность есть такая ссылка «Монитор ресурсов». И там можно посмотреть, будет разгрузка жесткого диска. Ну, в общем, не знаю, разные варианты можно посмотреть. Если хочешь, в принципе, напиши мне там в Skype, посмотрим уже поподробнее. Сейчас просто на стриме, я и так сейчас уже устал, и, ну, немножко не то место, где это можно подробно как-то смотреть. Ну да, Snap, я ж так и сказал. Ну, небольшой перерыв, ну буквально сейчас, минутку, просто посижу. Блин, звук этот. Скайп. Сейчас напишу. Ладно, поехали дальше. Я думаю, еще, наверное, минут 7 закончим на этом. Да и смысла снап нету. Главное, телепорты не переживать, а это фигня. Так как я не убил его, ну... Ладно, попробую выжить. Ну, пока везет. Пока везет. Ну, походу везет. Повезло. Да уже 2 часа вот сейчас будет, через 6 минут, через 5 минут. Ну, в смысле, 2 часа, как я стримлю. Когда на одном месте застреваешь, то эти 2 часа очень долго длятся и очень устаешь. Что это? Да не должны ни Firefox, ни Chrome, ни какой-либо другой браузер сами по себе грузить просто там на, ну, именно если i3 взять, не должно там ничего такого быть. .23 опять, это много. Да, вот память устает. Что это?
Да опять не убил, один оставил. Лол. Не, это уже усталость, ну серьезно. Это тупо усталость. Короче, дохожу до второй стадии. Именно дальше лазера, а то мало ли опять на лазере солью. Дальше лазера. И все, и удаляю. Да ну, то выключи эту музыку. Наконец-то. Привет, Найтрики. Нет. Волны пока для меня это... смерть. Хотя есть уже стратегия, которую я пока никак не могу реализовать, потому что я тупо не дохожу до волн. Да ну, ну вот все. Все, короче, на этом заканчивается стрим. Устал я очень. Не знаю, выматывает. Выматывает жестко просто. 2 часа ровно стрим, да. Вот, так что всем пока, спасибо, что смотрели, увидимся.